Югорские депутаты сегодня распределят 42 миллиарда рублей. Именно столько составляют дополнительные доходы регионального бюджета. Всего в повестке 21-го заседания Думы Югры почти 40 вопросов. Народные избранники обсуждают прожиточный минимум для пенсионеров, вопросы добровольчества, а также права детей-инвалидов. Один из главных вопросов – изменения в бюджете. Дополнительные доходы во второй половине этого года превысили 40 миллиардов рублей. 10 из них решили направить в жилищную сферу, в частности, на переселение югорчан из вагон-городков. Даже в самые такие, можно сказать, тучные, хорошие года мы на решение жилищной проблемы в округе выделяли не более 11 миллиардов рублей в целом по году. Будет выделено более 17 миллиардов рублей. Это самая большая сумма на решение жилищной проблемы там, в новейшей истории Югры.